Всем привет! Сегодня снимаю вашу любимую рубрику. Буду разбирать пакеты со старой заброшенной канцелярии, которую я принесла из своей комнаты. Тут два огромных пакета. Эта канцелярия лежала в моем комоде. Я о ней забыла и не использовала, хотя тут все очень крутое. Сейчас увидите. Покажу короткий кадр из моей старой комнаты, а потом уже начнем все это разбирать. Это все очень старая канцелярия. Ну, смотрите, тут даже есть такие вот новогодние корги. Сейчас это будет просто идеально. Какие-то старые блокноты. О, дракол. Смотрите, что я нашла. Я искала всю прошлую зиму эти закладочки. Думала уже заново их заказывать, американские. Тут снеговичок, вот такая девочка одета, написано «Снежный день», птичка, елка. Я перелопатила весь свой комод в прошлом году и не нашла. Наверное, где-то затерялась, в каких-то пазах застряла в комоде. Вот в этом году я буду этим пользоваться, ура! Набор дыроколов. Это целый набор больших дыроколов из магазина Леонардо, который мне дарила моя мама. Я забрала дыроколы, которые мне подойдут на зиму, по-моему, снежинки, елочки. Но вот этих вот у меня тут не было. Один угловой тут с цветочком и много разных маленьких. Они мне очень тоже нравились. Узорчатые тут есть. Вот эти вот можно использовать, например, в уголке тетрадного листка. Теперь множество разных блокнотов вам покажу. Не знаю, это все или нет. Так, у меня тут есть такой вот сиреневый блокнот, очень классный. Это та же фирма Happy Planner, но это блокнот без линовки. То есть я его покупала просто как подличный дневник. Он не пролинован никак, к сожалению. Немножко, наверное, неудобно. Если бы были какие-то линии, все равно было бы лучше. Есть разделители, очень яркие, красивые. Но он стоил всего 900 рублей, что для Happy Planner недорого, поэтому я вот его принесла, как-нибудь использую, очень классные кольца. Этот блокнот я покупала в Читай-городе с единорогом серебристым, он такой весь переливается. Тоже можно было бы использовать под зимний блокнот. У него красивый такой синенький срез и внутри просто белые странички. Но как-нибудь, наверное, на следующую зиму возьму. Тетрадь с кроликом, с котиком и с акитой, которая одета в шапочку панды. Вот эти тетради очень красивые, они продаются в ЗАКО. Я видела красивые, просто их покупала, потому что их очень быстро распродают. Теперь, наверное, давайте я вам покажу наборы с наклейками, которые я нашла. Я взяла не все, скажу честно. Напишите в комментариях, кто такие тоже олды, которые помнят, как в фикс-прайсе продавались вот эти наборы с наклейками, более 500 штук, и стоили они, по-моему, 40 рублей. Я взяла только самые красивые наборы. Там был еще бал у меня, какие-то пацанячие, я не стала их брать. Я взяла аквапарк. Долгое время это были мои единственные наборы с наклейками. Вообще раньше не было, конечно, такого разнообразия, особенно на Али. И вот я использовала вот эти фикс-прайс. Они очень крутые. Комнаты игрушек вообще были моими фаворитами. Ну, знаете, просто куда-то на подарочки наклеить, что-то украсить такое, что не жалко потом выбросить, потому что они реально дешевые. Ярмарка. Вот за этим набором, я помню, гонялась вообще по всем фикс-прайсам в городе, потому что его быстро разбирали. Раньше много девочек было, которые снимали тоже о канцелярии. Но они все куда-то исчезли, осталась только я. И вот я у кого-то тоже увидела и побежала покупать себе. Наборы 700 наклеек, 708. Они прям какие-то, наверное, совсем детские. Может быть, я кому-то их отдам. Я такие уже не использую. Винни-Пух и друзья, 200 наклеек. Это я покупала в книжном магазине около своего колледжа. Вот эти мне кажутся милыми, то есть вот эти почему-то детские, а эти милые. Ну, Дисней, наверное, для всех возрастов подходит. Университет монстров – это один из моих любимых мультиков, поэтому я тоже себе наборчик приобрела. Винни-Пух, но уже советский, коричневый. О, смотрите, что нашла. Стикерляндия, 100 зимних наклеек новогодних. Вау, какая красота. Вообще ни разу не использовала даже толком. Так, положу сюда, буду пользоваться. И потом у меня остались гадкие я миньоны наклеечки. Я уверена, что все вы видите эту всю канцелярию впервые, потому что я сама ее вижу, можно сказать, впервые. Набор акварели, мерцающий с AliExpress, который мне дарили, по-моему, на день рождения, насколько я помню. Розовой коробочки жестяной. Делала я себе вот выкраски, но она, не могу сказать, что сильно пигментированная, но в целом за свою цену сойдет. Принесла ее тоже, сейчас в тележку поставлю, потом все разложу после этого видео. Вот эти карандаши, я их просто убрала отдельно в пакете. От них есть жестяная коробка 45 цветов. Она тут немного в соевом соусе, не обращайте внимания, не помню. По-моему, ела суш, сюда попала, потом протру. 45 цветов. Они стоили, по-моему, 2000 рублей. Мне хотелось попробовать их в Леонардо, самый большой набор, который там был. Я их попробовала, я вам сейчас даже покажу картинку, которую я раскрашивала этими карандашами, и они, в принципе, неплохие. Они немного твердоватые, но сами по себе яркие. Разложу. Коричневый вот здесь много истратила. Наверное, уж мы с вами пробовать его не будем, этот набор сейчас.
Может быть, в каком-то следующем видео попробуем. Знаете, так странно написали, что сделано непонятно где. Думаю, может быть, какая-то экзотическая страна. Но нет, это Китай. Просто другое обозначение сейчас погуглила. И вот одна из них, как раз-таки, в которой я раскрашивала только этими карандашами. Romantic Country. Думаю, вы все ее помните. Я заказывала на Озоне. Это иностранная раскраска. Ну, это я просто фломастерами раскрашивала. Так, вот. Так что карандаши за свою цену, они очень яркие. И посмотрите, как классно. Даже смешивались хорошо для зеленой оттенки. Тем более, что я тогда не очень красиво раскрашивала, не очень это умела. Ну, и сейчас я не особо, конечно, профессионал. Вот это тоже было сделано этими карандашиками. Эту раскраску я принесла. Я не знаю, буду ли я ее раскрашивать, но она мне в целом, наверное, и по сей день очень нравится. Много таких мелких, миленьких всяких картиночек, деталей. Ой, может быть, есть что-то рождественское? Вау! Я вообще забыла о ней. Такая она красивая, посмотрите. В общем, ладно, потом чуть поподробнее ее полистаю. Если есть что-то рождественское, то будем делать в декабре. Буду раскрашивать. Принесла творческий беспорядок раскрасочку. Тоже невероятно классную. Помню, что раскрашивала ее в 2017 году перманентными маркерами от Sharpie. И они так пахли еще спиртом, вот просвечивали на другой стороне бумаги, и я поняла, что эта раскраска идеально подходит для этих фломастеров, маркеров перманентных, потому что она односторонняя. На тот момент не было так много раскрасок, такого разнообразия, и мне ее Миф, по-моему, прислали, как бы на обзор. Очень крутая раскрасочка. У нее такой большой формат, ее неудобно брать с собой. А, набор бумаги. Это я в Леонардо покупала, такая морская, забыла о ней летом. Ну, сейчас уже, наверное, поздновато, на следующий год оставлю. Это папка для университета. Немножко неудобная, там вкладышей слишком много. Наверное, для документов больше подходит. Раскраска Гавайи. Она тоже летняя, наверное, не на данный сезон. Покупала я ее перед летом, и тут все, что связано с этим прекрасным островом. Мне вообще Гавайи очень нравится. И раскраска, кстати, у нее так укулеле. Такие плотные странички, можно чем угодно раскрашивать. Это фирма Kaiser Craft, и я на самом деле ни у кого не видела эту раскраску на русском YouTube. У них там так много разных сюжетов. Вот у меня есть такая вот Гавайи и есть сладости. А вообще там их просто куча. На eBay я заказывала выбирать, есть из чего. Раскрашивала пирог. Тут всякие милкшейки, десерты. Какая же красота. Дальше у меня обложечка от Romantic Country раскрасочки. И Disney Girls. Японская раскраска Disney. Вообще у меня все Disney, они французские. А вот эту я заказывала из Японии. Ну, чувствуется она совсем, конечно, другая. Это больше похоже на такие раскраски, как я в детстве любила раскрашивать. Вообще очень милая. Как вот она у меня лежала в комоде и зачем она там нужна была, если бы я могла ею пользоваться сейчас? Супер классно. Еще одна раскраска, которую я принесла. Конечно, немножко такая, я бы сказала, для мальчиков больше, потому что тут такие иллюстрации, ну, я не знаю, вот как вы поймете, вот которые мальчики в детстве мультики эти смотрели. Вот Disney Pixar. Мне тут нравятся только истории игрушек. И много таких темных каких-то страниц. С Микки и Минни Маус такая карманная мне нравится намного больше, но для разнообразия принесла. Так, что еще потом у меня тут было? Наклейки к Хэллоуину. Тоже уже опоздала. Наклейки с пандами большие, помню, 50 рублей стоила эта пачка, объемные. Скрепочки в виде консервной банки покупала в моде, зелененькая и синенькая, необычно. Закладки волшебные палочки и крольчата. Ой, какие классные. Я обожаю красивые закладки, потому что я много читаю и люблю их менять. Давайте крольчат тоже покажу. Заказывала на AliExpress, конечно же. Всевозможные кролики. Это брелок Фанка Нюхлер. Эти краски я, наверное, выкину, потому что я такими не пользуюсь. Зачем мне медовая акварель? Они достаточно, наверное, мне послужили. Уже можно выбросить. Наклейки с собаками. Какие-то осенние красивые с пирогами. И высечки. Прикольные ретро. Дракол с медвежонком, такой большой. Ручка кролик. Пушистенькая. Закладки, но уже с котиками. То же самое, что кролики, только котики. Не видел. Наклейки с едой. Такой тоже дракол. Хотела недавно такой купить, думала, у меня нет. Ажурный. Это корректирующая лента беленькая. И брелок, который мне привозили из Финляндии с оленем. Еще закладки, но эти уже с мороженым. Посмотрите, какие. А, ну и напиточки тут чуть-чуть есть. Такие летние.
это коробка, в которой я складывала в белом комоде все свои наклейки. И давайте разберем все, что внутри, потому что я вчера не смотрела, просто все сложила в пакет и забрала. Внутри просто наипрекраснейшие закладки зимние, которые я уже даже не надеялась найти. Это всякие зимние, рождественские. Заказывала их на Алиэкспресс 2 года назад. У меня там были осенние, были зимние. Осенние я все истратила, а зимние как-то забыла о них. Там было штук 50, и вот осталось, наверное, еще 40. Вообще разнообразные, так что тоже это актуально. Я очень счастлива, что разобрала комод. Должна использоваться, а не просто лежать. Далее черно-белые наклейки для ежедневника. Детского сайта какого-то, но на самом деле я не люблю черно-белые наклейки. Я люблю все яркое. Во всем. Мне вообще черный цвет, не могу сказать, что очень бы нравился. Стикеры с котиком. У меня были такие же с серым котиком, я вроде бы их истратила. И вот у меня еще есть рыженький. И во рту у него рыбка. Смотрится очень мило. Наклейки из Зака, золотистые, с тиснением, наверное, это называется, с позолотой. Елочки, палочка, как из-под эскимо, которую можно их поддевать, и, ну, намного легче будет их снимать с подложки, классные. Новогодние корги, клеечки с корги, но с новогодними, я вообще забыла, что они у меня есть. Посмотрите, какие они милые. Сейчас покажу. Здесь вот и с елочкой даже есть такие. Тоже все это сейчас положу на самом-самом видном месте и буду пользоваться. Пока еще есть время. Ну, еще достаточно времени, еще даже декабрь не начался. Объемные всякие собачки, не помню, где покупала. Это опять просто надписи. Целый набор маленьких свинок. Ну, просто для ежедневника, наверное. Ой, вот это классно, тоже новогодняя целая подложка. Все, что я буду использовать именно сейчас для Нового года, это я буду складывать в отдельную стопочку. Если бы я знала, что у меня так много зимней разной канцелярии, потому что помимо этого у меня, понятно, уже в этой квартире все это лежит, я бы не заказывала себе снова с Алиэкспресс кучу заказов. Это я помню, я заказывала из Зака японские наклейки с разными роллами, снеговичками. Ой, снеговички тоже тут есть. Ладно, положим сюда. Эмалевые стрелочки использовала в смешбуке. Потом разные вкусности, но это такое более летнее, наверное, пока я уберу. В матовой основе. Альбом с наклейками Art Узор. Вроде бы сделан для мам, чтобы оформлять альбомы о детях. Но я не разобралась, подумала, просто миленький, заказала. Много вот таких вот больших наклеек, я не помню, где заказывала. Еще один альбом, Art Узор. О, а вот эти уже более-менее красивые. Тут и пончики есть, кактусы. Круто. Я вообще, когда складывала эту канцелярию сюда в пакеты, я поняла, что, наверное, это самая лучшая канцелярия. Мне было очень жаль, что она так много времени пролежала, не используюсь. Холодное сердце. Ну, давайте просто комментировать не буду, так покажу вам. Для путешествий тоже о них забыла. Это у меня наклейки все, что связано с Лондоном. Крафтовые. Прозрачные мороженки, но они очень плохо клеются. И, в общем-то, тут остались только наклейки с пушинами. Кролики. Ну, кролики на весну. Коробочки снова с кроликами, с кактусами, с грибами. Некоторые скотчи. Это с погодой наклейки. Так, раз уж мы разбираем и заодно убираемся, давайте этих пушинов сложим в одну коробочку. Аккуратно. Чипборды. Теперь все нужно аккуратно сложить. Вот эти пушины. Ну, тут какие-то скотчи, тут вообще их мало. Розовые. Еще нашла коробочку с розовыми наклейками и собаками. И это то, что я выложила, зимние всякие канцелярские штуки, которыми буду пользоваться. Я постаралась это все как можно быстрее для вас разобрать. Это синенький такой блокнотик, мини-текстовые делители, но они неоновые, а я сейчас очень люблю пастельные, поэтому не знаю. Я вообще не помню, где их заказывала. Еще одни раскрасочки Disney, но они идут как бы закладками, и можно потом в дальнейшем их отрывать и использовать по назначению для книг. Их нужно раскрашивать, наверное, перманентными маркерами Sharpie. Чтобы ярко было. Потом еще один дырокол нашла, тоже ажурный. Мистер Пейнтер, у меня их так много, а я недавно стояла в Леонардо, выбирала, какой мне купить. 2 конверта есть, и здесь чек-листы. Когда мне дарили ежедневник, тут были вот разные чек-листы, типа трекеры всякие.
и так далее. Также специальная картоночка, где можно записывать вещи, которые возьмешь в путешествие. А я использовала в этот раз свой ежедневник для этого. Так что надо будет не забыть в следующий раз использовать для путешествия. Еще такая же есть синенькая, красивая. И коробочка Озон, где разные наклейки. В основном это такие наклейки, которыми я уже не очень хочу пользоваться, типа, которые вот как раньше были, по 5 рублей. Вообще-то нет, смотрите, есть красивые ламы, можно сейчас их использовать, или единороги, какие-то рыбки. Вот это классная была фирма Липунь, не знаю, есть сейчас или нет. Очень много, конечно, мы с вами разобрали канцелярии, надеюсь, что было интересно, потому что даже мне было невероятно интересно. Многое я вспомнила, конечно, буду теперь пользоваться, показывать также в своих видео. Это приятно, когда вещи, на которые ты очень давно потратил деньги, продолжают использоваться, приносить тебе удовольствие и пользу. Первым делом я буду использовать вот это все новогоднее. С вами была Виктория Крокус. Пишите в комментариях, если вам нравится разбор канцелярии, и мы будем с вами это делать чаще. Подписывайтесь на канал. Всем пока!